Всем привет! Попытаем счастье в призыве персонажей пятого сезона. Я его уже почти прошел. Донатить ничего здесь не стал. Где это у нас? Значит, можно посмотреть, что вот у меня осталось здесь буквально один квест не пройденный, да, не хватает энергии, но это уже не принципиально. Идем призывать. 6 призывов делаем сейчас за монеты. И очень хочется вытащить здесь в призыве крокодила. Давно как бы вот за ним наблюдаю. Хорош чертяка. Ну, буду рад любой другой пятерке. Что у нас здесь? 80 монет дюн. Ого! Неплохо. В сундучке пришло. Так, дальше. Бонусный раунд. Это, я уж не помню, 7-я она у меня, что ли, уже. Так, осталось 2 призыва. Вакас. И тут у нас приходит Джариф. Так, даже если я сейчас пройду тот этап, у меня будет тогда 90 монет, не хватит на призыв. Давайте запустим X10. И посмотрим, что получится вытащить. Держим кулаки за пятерки. Очень хочу крокодила. Очень. Пока, как видим, одни тройки сыпет. Опять Вакас. Что, за X10 только тройки будут? А, нет, Толемей, вот четверка пришла. Джариф. Хутао, вот давайте еще сейчас классику включим. Опять Вакас. Ай, да, очень такой бедный получился призыв. Давайте откроем сундук. 100 монет, 150, так, это еще 2 призыва есть, да? Ну, давайте сделаем эти 2 призыва. Кто у нас придет за них? Акила и... Последний уже точно призыв на сегодня. Бриена. Вот вообще. То есть у меня только герой месяца пришел. Никого не из рекомендованных. Других пятерок, естественно, не пришло. Ладно. Ну, раз ничего не получилось вытащить на призыве пятого сезона, есть еще у меня 3 амулета здесь. Давайте крутанем. Вдруг что-то здесь придет. Вот, сторонником теории шаманства посвящается, то есть разгруз за пятый сезон был сделан просто максимальный, а здесь у нас, как видите, вот сейчас последний призыв, и что получится? 20-ука, камон. Призыв просто назначается говнопризывом. Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся на следующих призывах. Пока-пока.